Открытый межрегиональный форум инноваций и инженеринг предприятий малого и среднего предпринимательства в формировании инвестиционной привлекательности региона проходит в Махачкале. Его организатором выступает агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан. О целях и задачах данного форума расскажет Атикат Магомедова. Межрегиональный форум начался 18 июля и пройдет до 23 числа. Программа форума включает в себя множество различных мероприятий. В частности, пройдут пленарные и стратегические сессии, круглые столы, на которых будут обсуждаться вопросы, касающиеся инжиниринговых и инновационных технологий. Мы сегодня как раз для этого и сделали этот форум. Мы хотим услышать от вас, что у вас хорошее, что у нас плохое. Мы хотим, чтобы работа с федеральным более предметно, более активно работала. Уже первый успех у нас в этом направлении есть. В форуме принимают участие сотрудники федеральных органов власти, гости из Исламской Республики Иран, Азербайджана, члены объединения молодых предпринимателей стран Великого Шелкового Пути, а также представители других регионов России. Помимо этого, масштабное мероприятие ожидается цифровое участие не менее 15 регионов в обсуждении вопросов инжиниринговых и инновационных механизмов в сфере предпринимательства Республики Дагестан. Мы здесь обсуждаем лучшие практики регионов России. Мы хотим перенять опыт лучших практик наших участников сегодняшнего форума. Этот форум является, он способствует улучшению имиджа Республики Дагестан, повышение инвестиционной привлекательности Республики Дагестан. Сегодня здесь участвуют профессионалы, высокие профессионалы разных субъектов Российской Федерации, Минэкономразвития, Минкавказа Российской Федерации. Я думаю, что такие форумы будут способствовать улучшению инвестиционной привлекательности Республики Дагестан. Основным обсуждением на пленарном заседании форума стал вопрос, касающийся инжиниринговых и инновационных технологий, о механизме акселерации и монетизации бизнес-идей и внедрения новых технологий в производство первичного продукта. В своем выступлении рассказал директор Международного центра инжиниринга и инноваций. Очень важный момент центра инжиниринга – это технологическая готовность предприятий. Все, что мы делаем в рамках центра инжиниринга, когда оцифровываем предприятия, смотрим технологические проблемы и возможности, собственно, этому и способствует инжиниринг, центр инжиниринга. То есть не просто отработать с предприятиями и найти для них финансирование, но и посмотреть их технологические возможности, посмотреть, как можно их увеличить и улучшить, как повысить эффективность и развить бизнес. Организаторы отмечают, что подобные форумы будут проводиться ежегодно и во многих субъектах России. Гостей форума ожидает богатая культурная программа, экскурсия в самый южный и старейший город России Дербент, посещение крепости Нарын-Кала, посещение Кубачинского художественного комбината и Балхарского гончарного цеха, поездка на Гунибское плато и многое другое. Атикат Магомедов, Гилач Курбаналиев, Новости 24, Махачкала.